Филиал Белтелекома на день превратился в настоящий медицинский пункт. Своеобразная поликлиника развернулась в корпусе административного здания. С утра работники предприятия имели возможность сделать электрокардиограмму и УЗИ сердца, измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать свой индекс массы тела, провериться у окулиста и эндокринолога. Особо оживленно было в пункте, где предлагали сделать быстрый экспресс-анализ на определение уровня глюкозы и гемоглобина в крови. Во-первых, предотвратить все ненужные болезни. Как бы каждый должен беспокоиться о своем здоровье. Здоровье – это залог нашего будущего. Конечно, тяжело найти время, а здесь как бы организовано все это, и ты быстренько все это пошел и прошел. Естественно, приходится много работать. А когда много работаешь, иногда забываешь о своем здоровье. И вот эта акция позволяет работникам предприятия не, скажем так, без отрыва от рабочего места на длительное время провести профилактику состояния своего здоровья, что касаемо сердечно-сосудистых заболеваний. По результатам анализов медики проводили консультации. Некоторые пациенты получили направление на дообследование и лечение. Цель, которую преследуют координаторы проекта – побудить людей больше контролировать свое самочувствие. Ведь показатель здоровья – это не только медицинский аспект, но и социальный. Главная задача таких акций – не столько лечение и диагностика заболеваний, сколько обращение внимания человека на состояние своего здоровья, в частности, на здоровье сердечно-сосудистой системы. Поэтому именно в ходе таких акций мы привлекаем внимание и заставляем, может быть, некоторых людей как-то более внимательно отнестись к себе и, может быть, провести какие-то более углубленные исследования для сохранения своего здоровья. А цифры статистики неумолимые. На 2017 год в Бресте проживает 38 212 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Из них с впервые выявленным заболеванием 1858 брещан трудоспособны возраста. Артериальная гипертензия, у нас страдает 30% взрослого населения области. Представляете, какие это огромные цифры. Болезни системы кровообращения в структуре общей смертности составляют 56% по области. Но к радости, к нашему большому нашему радости, что у нас растет, у нас снижается смертность от болезни системы кровообращения в трудоспособном возрасте. Я считаю, профилактику, которую мы проводим, она работает, пациенты следят за своим здоровьем, начинают за ним следить, измеряют давление. И эти акции, самое главное, на что они направлены, то, чтобы пациенты обратили на факторы риска, те, которые у нее есть. То есть, чтобы они измеряли давление, чтобы они четко его контролировали. Как только начинает повышаться, начинали принимать препараты. Очень хорошо, что они проходят на предприятиях, потому что все у нас люди трудоспособные, они работают, они не могут оторваться куда-то в поликлинике, пройти там обследование. А это такая небольшая возможность хотя бы выявить какие-то основные факторы риска, а нам, как врачам, направить их на определенные пути их решения. Виктория Саченко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.